Привет, народ! Привет! Как дела у вас? Как дела? Добро пожаловать на шоу «Дубай для народа». У Наташи снова возникла классная идея сделать контент. Мы 10 дней были в Дубае, и мы расскажем, во что нам это обошлось. В общем, с вас лайки, а с нас классный рассказ, сколько денег мы потратили на еду, на все. Вплоть до лекарств Наташа сделала список, даже в процентном соотношении. Мы покажем наши покупки. Наш отель Premier Inn Dubai, El Jadaf, очень классный, нам понравилось. Обошелся он нам в $100 за сутки с завтраками на обоих. Вот как бы, ну, время такое, зима, поэтому все туристы едут, это, конечно, дороговато. Вот, но сейчас перевожу камеру на Наташу, она вам будет показывать покупки, но я буду комментить. Ну, с вас, конечно, лайк, подписка и комменты, чтобы вы купили бы себе в Дубае. Пожалуйста, базар, да? Так, рассказываем. Базар Дубай. Базар Дубай. С чего начнем? Не знаю, со зачем списка. Список, сейчас я все покажу. Значит, давай это. Мы потратили всего вот на это все, да? И на развлечения, на еду, и на транспорт, и на лекарства мы потратили 2600 дирхам. Угу. 2600. Сколько в долларах, смотрите в субтитрах, да. Я перевожу. Не считала это я. Значит, по процентному соотношению больше всего ушло на развлечение денег и на еду. То есть можно прийти к выводу, что все-таки мы люди хлеба и зрелищ. То есть хлеба все, и зрелищ. Да, хлеба и зрелищ. Да. Самое минимальное на лекарства. Слава тебе, Господи. На лекарства давай сразу покажем, что мы купили. Вот такая брызгалка. Возьми. Вот такая брызгалка. Мы купили ее в Карифоре. Это от мышечной боли. Здесь ментол и вот этот винтергрин. Открой просто, что это. Это спрей. Это очень спрей. Удобно. Народ, если не хотите пачкать руки просто вообще, берете, спокойно брызгаете себе на спину, во все труднодоступные места. Набрызгать? И не надо. Да, сейчас оно вам течет. Просто у меня плечо разболелось, может, простудило, может, кондеры. И мы купили за 9,75. Да, она стоила, да? 9,75. Кстати, очень доступно. Бывает дороже, бывает дешевле, но все эти брызгалки очень классные. Я маме всегда привожу, она просит, ну, и дарит всем своим подружкам. Это очень удобно. Раз даже, помню, я штук 10 привезла. Слава богу, таможня не тормознула. А оно понадобилось всем? Ну, дай бог, чтобы не понадобилось. Да, дай бог, чтобы не понадобилось, но мама раздала. Давай, прекрасно. А мы желаем вам всем быть здоровыми. За это лайк поставьте, пожалуйста. Global Village. Мы были в Global Village, и мы купили полкило инжира. Сказали, что он сирийский. Очень вкусный, мягкий, такой светлый вкус. Да, Наташе дали попробовать. Ну, чего ж не дать. Они всем дают попробовать все, что ты хочешь. Даже это зазывают. Так, полкило 30 дирхам. Да. Дорого, дешево, я не знаю. Это нормально. Ты говоришь, для инжира нормально. Это нормально. Тем более Global Village, это понятно, цена завышена. Это Наташа сошла с ума и захотела вот этой вот штучки. За 2,7 доллара. 10 дирхам. 10 стоило. Дирхам. Пользуемся вдвоем до сих пор. Так. В принципе, про Global Village, я думаю, вы уже увидели выпуск, или я еще смонтирую. Посмотрим. Какое видео выйдет первым. Global Village. Такие милые подставочки покупили мы в павильоне Турции. Да, по 5 дирхам. По 5 дирхам. 2 за 10, 2 стоили 2,7. Да. Обезьянка и летучая мышка. А это вот моя... А напишите в комментах, на Наташу похожа? Да. А на меня? На меня точно похожа. Точно, обезьяна. Так, что было дальше? Дальше мы зашли в африканский павильон и приобрели вот эти два браслетика. А, значит, это камень. Моя фенечка стоит 10 дирхам, 2,7 доллара, а это на подарок я взяла, это 15 дирхам стоит. Я не знаю, что это за камень, как напишите. Бы, говорит... Не как бы это точно камень, да, это а точно вот камень. Какой это камень, я не знаю. Холодный реальный камень. Так, дальше мы были в районе Аль-Сиф, потрясающе, классно сделали этот район, обязательно побывайте, шикарно. Видео тоже будет, да. Обязательно. Цены, может быть, там тоже завышены, но что мы там приобрели? Мы там приобрели вот эти два кошелечка, ну, знаете, как в Турции. Да, один Наташе, один моей маме на подарок. Мам, там по 5 что, посмотри, нравится ли, надеюсь, да. А то мы вернем, да, пойдем поменяем, да. По 5 дирхам, то есть 10 дирхам за два кошелечка мы 2 купили. 2,7 доллара, это 10 дирхам. Так, и купили мы еще там три браслетика из камней. Вот эти два браслетика моих. Так. А какие камни сказать можешь? Ну, вот это, говорят, рубин. Я не знаю, верить, не верить. Ну, по крайней мере, оно все холодное. Кстати, пластик вот не будет холодным. Покажи, классно. Ой, этот мне так понравился. Нет, знаешь, одень на руку. Так его не видно. Одень, пожалуйста, Пардон? Сейчас на руку. И он на руке смотрится просто как движение планет. Посмотрите, это аппарат планет просто. Очень красиво смотрится. Вообще, ну, он класс. Сказал, значит, аметист. Ну, похоже, что аметист, аквамарин и какой-то
Что-то Султани, я не поняла. Султания, он как Султания. Это как будто как я мечеть искала, в Стамбуле, где Роксолана похоронила. Султания, Султания, мы так и не поняли. Да, что я за камень? Сулеймания там, не? А, Сулеймания. Да. А это Оля. Мой, это моя бирюза. Бирюза, но вы же понимаете, бирюзы сейчас нету вот такого качества. Сейчас ко мне его на ручку похвастает. Но очень понравился цвет и очень понравился размер. Смотрите как. Значит, что по ценам? Ты танцуешь уже? Да. Давай снимайте браслетик. По ценам он хотел вот эти два за 55. Ты так далеко унесла. А вот этот вот, что-то из них по 40 хотела, что-то за 55 два. Ну, короче, мы все три взяли за 120. Наверное, это дорого, но тем не менее, когда мы были в Киеве, мы обалдели от цен на камни. Да, у нас и по 500, и по 600, и там просто не тормозят. Гривен, в смысле. Да, гривен. То есть... Да это все стоило 120. Мне понравилось. Знаете, мы очень довольны. Мы в них ходили весь свой отпуск здесь, и нам очень понравилось. То есть, может, нас, конечно, и жухали на денежки, но неважно. Так, ребята, что дальше? Ага, зашли мы в Дейса. Один из магазинов. У меня уже был обзор магазинчика этого японского. Я вам оставлю ссылочку в описании. Там классные вещи продаются. Классный магазин фиксированных цен. Это я купила себе. Мне нужны были кнопки, чтобы не ездить. Купила себе 7,35. И вот такой мешочек. Для телефона. Для телефона. Просто эту камеру, на которую я сейчас снимаю, когда она в рюкзаке лежит, просто мне удобно положить и потом быстро вытащить. Тоже за 7,35 мы купили. Да. Так, ребятки, идем дальше. Ага. Ой, вот это. Это вот. Супер очки. Вы уже видели их в шоу дронов. Оставлю по ссылочке в описании. Интереснейшее, крутое шоу. Купили? Мы там были просто обалденные в очках. Мы их даже отбирали друг у друга. Я и сейчас их ношу. Ну, как бы сказал Пахитюша, это гучевская тема. Перефразирую. Гучевская тема. Значит, купили мы в магазине Минисо. Это, опять же, магазин фиксированных цен. 7,35. В Дейса были дороже, 10-30. Тоже оставлю магазин в описании. Мы там снимали видео, по-моему, корейский, да? Если Дейса японский. Мне кажется, это все корейский. Китай, а идеи спионерили у японцев. Вот это все. Вот так вот. Да, Дейса, они пишут Япония, но это все Китай. Так, очки потрясные, мне нравится. Переходим дальше. Ага, что мы купили в аптеке? Мы купили две маски для волос. Это 7,50 распродажа была. 7,50. Очень хорошая фирма, рекомендую. Канту, вот я попробовала, не на правах рекламы, потому что не платят, но эта фирма позиционирует себя как фирма, которая именно для волос, вьющихся волос. Но тем не менее маски подходят всем, тут именно и увлажнение, и питание, классно, уход. А вот этот мусс я купила, он стоил 27,50. Да, 25,50, простите, маски 7,50. И это фирма для вьющихся волос. То есть реально классный запах, обалденный. Нежный кокос. Говорят, как пиноколада. Я никогда не пила пиноколаду. Тут какие-то надо нежные, исправить. Надо исправить. Нежный фрукт с кокосами. Шампуни, бальзамы, кондиционеры, какие-то крема там. Посмотрите, присмотритесь. У кого вьющиеся волосы, рекомендую. Просто классно. Так, дальше мы купили... В аптеке Boots? Да, в аптеке Boots. Они продаются, вот эта фирма. Аптека только... Boots, кстати, во всех почти молах есть. И у нас в Ильяне, где мы живем, в Эмирате Абу-Даби, и в Дубае здесь. Очень часто бывают распродажи. Просто давайте я наведу на сайте. Стоило 40, реально стоит 40, не распродажный день. Мы взяли одну по 20, да, и... И вот этот крем. Этот крем, расскажи, вот он... это что? Я плохо вижу. Это умывалка для лица. Умывалка. Это умывалка для лица, которая не пенится. Для нас было странно умываться таким, я никогда не умывалась, всегда ж пена. Это не пенится, на основе глины, и умывает хорошо. Да, макияж она не снимает, но она не для этого существует. То есть очищение лица очень нежное, очень классное, расход минимальный. Но я на самом деле даже в интернете особо не нашла как-то отзывов. Вот именно вот это. В общем, Botanics, фирма Botanics в аптеке Boots обычно да. она бывает. И обычно бывают распродажи очень часто. Ну, опять же, все индивидуально, кому что подошло. Вот этот крем мне подошел идеально, Оле не подошел. Это та же фирма. У нее как-то пошла краснота. Да, мне подпекивал реально. А мне он тоже подпекивал, но он настолько классно, но это все было минимальное подпекивание. Вот он настолько классно увлажняет вот этот, вот именно этот зеленый крем. Он стоил 50, да. А сейчас 27,50. Так что хорошая распродажа, между прочим. Так, там же в аптеке мы купили помадку это, для ухода, уходовая, как она называется.
Да, как раз мы на мой день рождения ехали, да. Потому что у меня закончилось. Я даже поняла, что закончилось. У меня закончилось, она вот такого цвета. А, даже вот, видите, розовая и пахнет очень нежно-розовой. Розового поросёночка. А, вкусно, вкусно, вкусно. Тоже какая-то скидка была, 9,50 и фирма... А стоила она до этого 13 или 14? Да, 13. Бислайн. Видно? Бислайн. Прикольно, мне тоже нравится, говорит, круто. Очень круто. Ну, моя помада еще у меня не закончилась, поэтому я как бы... Так, ребята, что мы переходим дальше? Что о, же мы переходим? Наверное. Подожди, а мы не показали то, что мы нашли, народ! Нашли, наконец-то! У нас в Ильяне такого нет, в Эмирате Абу-Даби, да, а вот в Дубае... Наконец-то в Эмираты завезли зефир, наш украинский зефир, Жако фирмы, и я люблю, и Оля любит... Да, ты не любишь. А, ты не любишь, слава богу. Ну, ты его весь успеваешь съесть, пока я Я люблю без всяких наполнителей, белый или розовый. Ну, представляете, он безумно здесь дорого стоит, то, что мы покупали в Украине. Здесь он стоит 19,95 пачечка. Да, дирхам. Но это намного дороже, чем мы. А вот... в Киеве он стоит, если перевести, 6 дирхам. Ну вот, то представляете, есть, в 3 раза дороже. В 3 раза дороже. Ну хочешь, не бери. Только я и не хотела, ты взяла. Пожалуйста, значит, народ, пожалуйста, поставьте лайки, напишите в комментах. Вот вы бы такой зефир бы брали, и любите ли вы зефир. А мы вот, кстати, кстати, бы с удовольствием почитали ваше мнение. Так, значит, одежда переходим. То, что Оля заказала в магазине Brands for Less онлайн. Да, давай, я покажу, онлайн. А ты да, это да, меня да, смеешь. Это твое, твоя тема. Смотрите, такая футболочка Reebok на распродаже была, 20 дирхам. У меня будет видео и есть видео про магазины Brands for Less, бренды за маленькие деньги. Реальный Reebok, классная футболка, 20 дирхам, копейки. И вот такая копейки. Штучка, да. Сейчас Franklin and Marshall. У меня будет и примерочка, и как мы забирали. Смотрите, 21 дирхам, а стоило 69. Просто мега классная вещь. Но когда я бронировала онлайн... А ну не труси ее, приложи к себе и рассказывай. Когда я бронировала онлайн, с меня вроде как сказали, что деньги сняты, но я проверяла по карточке, деньги вообще не были сняты. Я еще раз проверила, еще раз. Я приехала, я думала, что я плачу, но мне сказали, все окей, забирайте ваш товар. То есть мы приехали, забрали, было очень приятно, это как подарок на день рождения. Так что я очень довольна магазином Brand for Less. Дальше мы идем показать, наверное, мои кроссовки. А, давай, давай. Вот, у меня был день рождения, и я купила себе две пары скетчерсов. Скетчерсы — это очень хорошая модель, наравне с Адиками, Найками. Фирма. Да. Фирма, вот. Ой, я вот эти кроссовочки тоже, когда Оля одела, потом Наташа говорит, а чего я себе не купила? Она говорит, а потому что размера твоего не было. Если вы видите, Оля уже их вовсю носила здесь, да, в песочке, классно. Видите? А мои кроссовки в песке. 137 и 137, то есть это очень недорого. Обе модели 200 с чем-то, это уже 84. 237 дирхам, по-моему, да? А вот такая синенькая еще модель. Но а ну вы, ну что ты не вынимаешь, не показываешь людям? Ну ты как драсти, ну. Ну, просто собралась показать еще видео, где мы их покупаем. Я же все еще будет показано. Давай черненькую покажу. А еще покажи, в каком магазине мы купили. Это был магазин City Center, торговый центр. Торговый центр. Но магазин, по-моему, Shoes for You называется. Да, Shoes for You. Я оставлю в описании, как называется магазин. Это не реклама. Эти магазины есть везде, во всех, практически во всех молах тоже. И переходим тогда к рубашкам. Да, давай, рассказывай. Рубашечки. Мы тоже зашли в этот же магазин на Эльбу Бэйби, станции Сити Центр. Торговый классный центр. Магазин. Мы знали, что там есть распродажа скетчерсов. Правда, она оказалась абсолютно в другом магазине. И вот таких вот купили 7 просто мега классных футболок. Давайте я лучше. Рубашек. Ну, да. Каких футболок? Рубашек. Древняя. Это моя, кстати. Я себе взяла только одну. Не, я себе взяла две. Одну мне, одну маме. Классная. Классная модель. Я уже в ней тоже походила в этом отпуске. Это Наташина. Фирма, смотри, вот, ну это фирма, нет, магазинчик вот так вот. Вот такой магазин называется. Coco Bella. Это индийский магазин, это индийская одежда. А, это, кстати, в одной из футболок Наташа сейчас ведет это видео. Ну я же хотела. Ты хотела сюрприз сделать. Как я спойлернула. Вот, яркая. Ну, красивая, и знаете, такая ткань мягкая. Это просто хлопок, но он настолько тонкий, приятный. Это я себе взяла. Это все Наташа, смотрите, свои футболки показывает. Это... Третья уже, да? Просто Оля обожает футболки. Да. Не у меня рубашки, это тоже футболки. Не обижайтесь на нее так, как я обижаюсь. О, это маме. Это маме вообще, она такая классная. Это маме. Маленький такой размер.
Еле нашли, там уже все элечки оставались. А не еле нашли, девушка позаботилась, пошурудила, сказала нет, а потом да, видео будет, как мы покупали это все. И быстренько все нашла. И нет, оказалось, да. Это Наташа. В это я уже ходила на пляж, так приятно, классно. Тепло в метро, прохладно на улице, вообще люкс. Люкс, люкс. А это мы на подарок брали, да? Да, это на подарок. И, кстати, здесь видите, такая вот... моделечка, что а я сейчас покажу. Пуговички заканчиваются. Ага. Видите цвета? Расцветка, я не знаю. Расцветка бимба. Вообще. Для лета, вообще для осени, для зимы. Для прекрасного. Так, а вот оно как выглядит, которая до половиночки застегивается. Рукав отворачивается, можно сделать внизу застегнуть, можно вот так вот. Ну, вещь вообще класс. Обалденно красивая. И это нам обошлось, мы взяли, значит, одна была 29,99, если покупаешь одну, а если там начали там 2, 3, вот такое. Короче, мы взяли 7 штук, и каждая штучка обошлась нам в 19... Сейчас скажу, ребятки. 18,90, не? Сейчас, пока Наташа смотрит. Одна штучка обошлась 18 дирхам 50 филсиков. 18,50 одна блузка обошлась. А все вместе 129 дирхам. Да, то есть, ну это не факт, что вы придете и так скажете, там, а мне сегодня две дайте, а мне три. Это была такая акция. Там, я покажу видео подробно. Одна столько-то стоила, две столько-то, три столько-то, мы взялись. Набрались. Да, мы набрали. Да, скупились. Наташа не могла остановиться. Она выбрала 4 себе. Ну, вы увидите, видео прикольное. Вот выбрала 4, говорит, да что-то я хочу моё, все 4. Моё, добро. Классные, классные рубашки. Вообще приятные. Хоть каждый день. Так, ну и последнее, ну как-то странно. Ну сейчас. Ладно, но тем не менее, я уж буду это. Можно я опять? Давай, ой, Наташа одевает очки сказки. Просто. Есть очки зла, есть очки добра, Наташа. Знаешь, очки наверное, сказки. Наверное, все-таки есть такой момент, когда вот хочется, мне так всегда елки, вот эта мишура, так не хотелось. Наверное, вот это вот то, что сейчас да происходит. Наташа и все дети бегали на GBR. Они все мои были. Ну, взрослые типа сходят, ну, дурочка, не дурочка, там, а дети. Божество. Где она это взяла? Так, ребята. Так, и последняя. Очень такая интимная тема. Да, очень. Труселя. Труселя. Трусики. Значит, фирма Mark & Spencer. Это такой уже не middle market, да, а немножко повыше классом, но тем не менее одежда мне в них здесь не нравится реально. Но магазины тоже есть почти в каждом молле. Почти в каждом молле есть этот магазин. В Украине он тоже есть. Почему? Называется, я здесь купила, а не в Украине. Ну, потому что здесь я живу, понятно. Но вопрос в том, что здесь вот эти 5 пар, можно их подоспеть? Да, это конечно. Все покажите просто вот бимбовые цвета. Расцветки потрясные. Не все у них бывают потрясные, но вот это. Модели разные. Вы там увидите, везде вам рисуют, какая будет модель. Там есть такие баннеры даже стоят. Девушки помогают. Нижнее белье. А ну, разверни, там же есть, по-моему, какая-то. Нет. Что? Переверни. Обложечку. Тут нет, тут размерного ряда, к сожалению, нет. Размерного ряда нет. Ну, да, там нет. В магазинах есть. В магазинах есть. Значит, по расцветке это вообще. Ну, вот. Я считаю, это я считаю, расцветка космос называется. И они качественные, они реально, это вещи хорошие, хлопковые, качественные это вещи. Это назовем розовый рай. Но он какой-то. Так что не стесняйтесь, если вам нужно. Красноватый. Наверное, вы знаете, в принципе, но тем не менее. Леопардовое чудо. В смысле чудо? Я называю так. Леопардовый экстаз. Это темно-синий спортивный. Да, у нас Оля не определяет темно-синий, а сейчас определила. Она говорит на темно-синий. А тут что-то элит или что-то. А это просто, а это зеленая элита. Так, итого, значит, вот эти 5 пар стоили 45 дирхам. Никаких скидок, 45 дирхам. Да, это полная цена. Когда мы были в августе в Киеве, мы зашли в Mark & Spencer, и, простите, я офигела от цен. Потому что трусы 5 пар вот такого плана стоили 900 гривен. А 900 гривен, то есть в перерасчете на одну пару, если сейчас ну, пересчитать... Ташечка, бумажка это... есть. Так, не подсматриваем первичку. Шучу. Одна пара стоит 9 дирхам, да? Если вот сейчас я 45 разделила на 5 да, 9, кстати, там. Если захотите Наташе на трусишки подкинуть, карточка в описании есть. Спасибо. Ну, вообще-то, на котиков я бы да, не мы кормим котиков, да, мы вот, нам иногда денежки нужны, чтобы котиков покормить. И, конечно же, всем надо кушать и очень часто. Так, а если, опять же, вернусь, а если в Киеве по 900, то пересчитать, и одна пара 26 дирхам. Я ничего не понимаю, что к чему вообще, да? Ну что, Дубай, Дубай дешевле таких стран, как Украина, Россия, Казахстан. Я понимаю, что налоги у нас больше, но тем не менее, у нас покупательная способность меньше. У меня взрыв мозга, честно. Поэтому
Я рада, я довольна. Они классные, они качественные, удобные, не рвутся, как вы купите там за какие-то копейки. И потом хорошо, огласи вообще, в принципе, подожди, все. Подожди. У нас же есть, это я заметила, у нас еще кое-что было. Мы будем показывать? А, ну да, конечно. Давайте. Ой, правду. Только правду, да? На нашем канале только правда. Не надо. Вот, на фестивале Мол, если вам нужно узнать, где конкретно, пишите в комменты, есть алкогольный магазин. Найти его непросто. Люди пишут, но тем не менее квест. Мы спрашивали, но слава богу, ребята нам все показали, все рассказали. Алкогольный магазин — это южноафриканское вино. Неплохое. Вот это вы, как видите, хорошо зашло, но почему, ну, чего-то. Ну как, хорошо зашло, уже пустая бутылка была. Оно полусладкое, вкусненькое, розе. А это мы еще не пили. Это белое вино. А что? Такое красное в этом, в Абу-Даби. Ну что, куда? Что почем? По-моему, значит, 70 с чем-то обе, да, бутылки. Да, 74 дирхама, одно что-то 30 с чем-то. И... Ну, короче, обе бутылки 74 дирхама, для Дубая это нормально. Я просто не вижу, если честно. Ну, вообще, как бы, видите свое, не вопрос. Скажи людям, что надо все-таки, это паспорт, если вы люди, надо, если вы турист, паспорт, а если вы резидент, вам не продадут. Мне бы не продали. А у Наташи был паспорт. А почему бы тебе не продали? Потому что в Дубае нужна резиденту специальная лицензия. В Абу-Даби не нужна. В Абу-Даби я могу купить алкоголь без вопросов. Да. А я взяла паспорт, предъявила паспорт, тут там что-то ввел данные и все. Так что алкоголь только с паспортом в Дубае. Несмотря на то, что вам есть 18, 21, 22. Что-то печально, улыбнись. Ну что-то грустно. Не грусти. Мы-то уже купили, нам-то чего. Все будет хорошо, дружище. Это мои очки. Гучевская тема. Гучевская. А, огласи список, пожалуйста. Чего? А, сколько мы потратили на все? У тебя я сказала. По процентам. Ты невнимательно ко мне. Я сказала на все. На проезд. На питание. Рассказываю. Развлечения. Повторите, еда. Пожалуйста. Одежда. Проезд. Украшения, аксессуары. Ходовые средства. Лекарства. Итого. За 10 дней мы потратили 2603 дирхама 51 филсик. Еще скажу на проезд, кстати, вот это, наверное, интересно, на проезд мы пользовались речным, ну, морским, скажем так, транспортом, да, это лодочки, абры, мы пользовались такси, мы пользовались трамваем, мы пользовались метро. И это все по серой карточке, которую мы купили в метро, посмотрите по ссылке в описании, обязательно, как ее покупать, и про метро. В деньгах это вышло 272 дирхама. Ну, прилично. Прилично, так, прилично. На транспорт. Еда получилась, то есть еда — это все, то, что мы в магазинах покупали, то, что мы питались в кафе, в ресторанах, кушали, там, да. Соки покупали, вот все обошлось 757 дирхам. Я же говорю, развлечения обошлись 816 дирхам. Но развлечения обошлись, это было еще так много. Сначала была еда доминирующей, поэтому я даже так приуныла, что мы только рождены для того, что чтобы мы есть. Так жрем. Да, что мы так жрем. Но когда мы поехали на круизик, на день рождения. Смотрите, Оли. Обязательно видео, как нужно праздновать день рождения в Дубае. И там тоже была еда, но она была включена. А после этого было потрясающее шоу «Ля Перл». Потрясающее. То, конечно, развлечение пошло вверх и превысило, ну, не намного, но стало 816 дирхам против еды и вина 756 дирхам. Вот. Одежда, обувь — это 448 дирхам. Проезд я уже сказала, украшения, аксессуары 197, уходовые средства, косметика, маски для волос 104, лекарства, слава тебе Господи, 9,75. 9 филсов, 9 дирхам и 75 филсов. Все, ребят. Вот такая фигня, малята. Его уволили за это, но я думаю, не говорил этот ведущий. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. Дорого, а у нас еще целый денек. Ну, чтобы вы понимали цены. А мы еще немножко погуляем. Отдай очки. Давай. Пока. Целую, обнимаю, пока.